Здравствуйте, друзья, вы на канале Sim Racing From Zero, с вами Борис. И у нас любимая машина, нравящаяся трасса, но не нравящаяся, как сказать, как на ней машина едет. Раздражает меня перпорт, вообще не могу понять этих поворотов. Вот у меня как было тогда, я эту трассу понять не мог. У меня пол среди кого? Среди каких-то батонов. И то не факт, что я выиграю. Это какой-то кошмар. Я не могу эту машину понять. Она непонятная. Или эта трасса мне непонятная. Как зарулить в этот пологий поворот? Она вообще не слушается. Рейтинг безопасности упал. Все упало. Жесть. Давай, единственное, что у нас получилось, это старт. В секунде впереди. По идее, да, мы стартуем на харде. На харде надо стартовать. Ой, кошмар какой. Надо еще тренить. Надо тренить. Снимать еще надо секунду. Надо снимать секунду. Так, ну что, перебываемся. Перебываемся. Тут столько штрафов получаешь. Боже мой, тут просто жесть. Понял, кнопку мне не назначена, блядь. А как ее сделать? А, ну ее и нету. Или она там потом будет? Тут есть еще бэшники, кроме меня, да, несколько штук. Всякие-то медленные. Так, старт с места. Это как бы хорошо сейчас. Мы же наловчились, да? Зашибись. У меня машина в российских цветах. Там кого-то в цветах Мерседеса там. Ну, прикольно. Наш какой-то без времени совсем. Миша Рустанов. Цветах Мерседеса. Мы... Так... Все, вроде пока лидируем. Все, успокаиваемся. Прогреваем резину. Вот здесь. Вот эти повороты я просто... Тут можно обосраться. Она не работает, кнопка обгонная.
есть еще эта кнопка Boost. Бустом пользуется. Бустом пользуется, да. Три с половиной секунды. Четыре. Во, британец прошел. Отлично. Ну, уже в 6 секундах. Три. Где мы обгоним? Как ее? Это в настройках надо включить кнопку обгона, значит, она у меня не работает. Уф! Опять. Семь и две, отлично. Семь ровно.
что, догоняем, что ли? Ну, догоняйте, догоняйте. Это все равно на харде. Жесткий был. Он сейчас, значит, на мягкой будет. Стоп. Ну мы должны вернуться лидером по-любому. Там еще 6 секунд у нас. Да. 5 секунд. Плохо прохожу, плохо, если не хватало победу упустить. Соберемся, догоняет. Две семь, блядь. Внимательно. Вот сука. Три.
подумать, сука, а? Держимся. Этими не стежниками так тяжело, я, блядь, не знаю. Смотри, а. Фух, это же какая-то жесть.
Полторы секунды. Блять, он меня напрягает этот. Бля. Догонял. Последний поворот. Все, есть ответ. Фу, кое-как, блядь, отбился. В двух секундах. Наш еще один третий. Боевая интересная гонка. За исключением того, что рейтинг тут очень низкий. Кошмар. Вот это я употел. У меня где-то кнопка обгонная. Тут есть обгонная кнопка, которую можно использовать, а я ее не использовал. Поэтому я не могу показать такой хороший круг. Когда там они все приедут? Приехали все? Нет еще? Шугит, испанцы все в жопе на четвертом месте. Российский подиум. Да сколько можно-то? Сколько-то кто там еще едет-то? Наконец-то победа. 70 какая там? Вот она формульная. 73-я неделя, 74-я. Pole position, чистые гонки. Конечно, круг лучше отобрали. Я еще не в пятый. Победа. Какая-никакая, но победа. На коревой трассе. Ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до встречи, всем пока.